проводили сварочные работы по демонтажу градирен, которые у нас когда-то лет 20 назад использовались в системе оборота водоснабжения. Произошло воспламенение, и так как эти градирни работают как факела, диффузоры, пошел пожар, поэтому своими силами справиться не получилось, была вызвана МЧС. И с их помощью, в принципе, удалось локализовать пожар. Пострадавших нет, здание и производство работает в обычном режиме, ну а сейчас уже остались только разобраться с последствиями. Ну а материального ущерба никакого нет. Почему? Потому что эти градирни уже давно списаны. Их надо демонтировать.